Ровно 3 года назад председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал цели по борьбе с бедностью в стране на 2020 год. Выступая в провинции Гуйчжоу, беднейшей из провинции Китая, он отметил, что самое сложное в построении среднезажиточного общества – решение проблем деревень, особенно в бедных районах. С тех пор удалось сократить количество населения, живущего за чертой бедности, в стране на 68 миллионов 530 тысяч. Таковы данные на конец 2017 года. Разработан план действий, который позволит за этот год вывести из нищеты еще 10 миллионов человек. Ян Джао – один из многих пасечников в деревне Джуны под Чунцином. За последние 3 года он увеличил пасеку больше, чем в 3 раза, довел годовой объем производства до 150 килограммов, а доходы – до 30 тысяч юаней. Все это признается сельчанин благодаря правительственным программам помощи бедным. Каждый улей стоит 650 юаней, но для нас есть льгота, мы можем купить его всего за 50. Таким образом, купив 20 улеев, я сэкономил 12 тысяч. Для меня это огромные деньги. Малоимущим семьям помогают не только материально, обучают основам и новым веяниям в пчеловодстве. Курсы организовывают с учетом потребностей населения в каждой конкретной местности. Нам подробно рассказали и о разведении пчел, и об их болезнях, о том, как с ними справляться, и о многом другом. Когда все это знаешь, работать намного легче. Такие курсы мы проводим не только для пасечников, но и для поваров, трактористов, ремесленников. Мы надеемся, что это поможет повысить эффективность производства на местах. Лантао рассказывает, войну с нищетой ведут по всем фронтам. На правительственные субсидии строят инфраструктуру. Уже к концу года планируют провести электричество и связь в труднодоступные районы, достроить дороги. Это, говорят местные жители, дает надежду на то, что жизнь в деревне станет лучше совсем скоро. Юлия Жень, Гаофэн, CGTN.